Молодые люди, вы неправильное упражнение на бицепс делаете. Во-первых, гантель лучше горизонтально повернуть. И не надо так чистить. Выдох. Подняли. Вдох. Опустили. Видался? Будет нас шинковать правильно учить. Нам ваш бицепс нафиг не нужен. Зато после гантели нож в руке просто летает. Давай еще 3 по 10. 3 по 10.